19 часов 15 минут по торонтовскому времени, и в эфире 354-й подкаст от канадского лося и компании. В смысле, без канадского лося, но с компанией. За одним компом. Раз, два, три. Так, проверка на вшивость. Блин, надо... Так. Сейчас скажет. О! Данил, о! Скажи что-нибудь. Зелебоба. Замечательно. А Данила слышно? Раз, два, три. Да, уже был слышно. Нам ты переключил, может быть, не будет слышно. Я просто поставил, что это самое, слушать этот девайс, в смысле, а-ля микрофон. Отлично. Всех... Ну все, теперь можно всех начинать писать пиратскую версию. Да, ну не, у меня в принципе уже 7 минут как записывается, в смысле у меня все автоматом записывается. Ну да. И по-моему даже этот каст у меня в логе куда-то идет, но я не уверен. В смысле, я кошмар. Записывается. Кошмар. Ну вот. Так что. Ну что, послушаем музыку? Так хватит, давай. Давай сейчас YouTube рубить. Нафиг. Нас потом за пиратство посадят всех. Особенно Данил. У них сейчас в России вообще кошмар. А, блин, опять политика. Ой, блин, елки. Включили запись, что ли? Забипай. Срочно забипай. А запись включили? Внеочередной. Подкаст от канадского лося. В смысле, канадского лося сегодня не будет, потому что он уехал к своей подруге. Подкаст от канадского лося без канадского лося. Нет. Да, главное... Без канадского лося, но с компанией. Подкаст от компании. Нет, подкаст от компании, но канадского лося. Появилось сделать канадское радио. Хотя, в принципе, я не знаю насчет музыки. Да, ко мне тут Лизочка собирается приходить. Сделать постоянное радиовещание. Особенно, когда ты сидишь, играешься. Так, Данилу потише. Сейчас мы... Слушай. Меня потише. Ну вот же этот эквалайзер. Ну вот же вырубил. Запись врубили, да? Во, видишь, спикер. Так, сейчас мы... Алло, товарищи, запись врубили? Да, уже давно, а пираты нас пиратят еще уже минут 15. Да, мы этот... Ну как, у меня тут такой плагин стоит к этому, который автоматически записывает, когда звонок начинается. Вот, так что... Ну не бойся, мы все равно всю политику вырежем, так что... Не, я потом в Audacity засуну, там немножко подковыряю, там все такое. Там есть этот самый плагин «Вырезать всю политику». Да. Сделать зашибись. Вырезать русскую политику. Про канадскую можно. Про канадскую политику. У нас в Монреале арестовали мэра за взятки. Эта сволочь за 4 года набрал 6 тысяч долларов взяток. А вообще... Кошмар. Так обогатился чувак. Не говори-ка. Так, давайте. Значит. Здрасте всем. Да. В эфире Женя, Ваня. Нет, Жени нету. Данил, я себя за место него пытаюсь подставить. В эфире Тойс, Вано и Данил. Да. Пробуй. Короче, все кроме лося. Лоса. Безлосиная компания. Да, безлосиная. Диетическая. Ну, кто начнет? Давай я. Ну, короче, я на этой неделе переехал. А я пока себе налью стакан. Да. Стакан нальешь? Да. Хорошо. Ой. Не забудь там стекла немножко добавить в этот стакан, да? Да. Я на этой неделе переехал. Куда? В тот же дом, где
живет лось. Как неожиданно. Ужас, ужас. Вот это новость. Да. Вот, у меня так получилось, что я буквально там взял и переехал вот так вот с перепуга так. Никому ничего не сказал, собрал манатки и уехал. Вот, значит, а теперь живем мы над лосем. А, вот, и что у нас тут еще происходит? Пытаемся обустроиться. У нас прекрасный, значит, вид с балкона. У кого у вас? У нас царского сына Ивана Сергеевича, значит, да? Наши светлости. Вон. Комнатка ничего. Интернета не было. Но про это мы отремонтировали. Быстренько собрались с мыслями и отремонтировали интернет. Настроили. Старым дедовским методом. Да, воровством у соседа. Пока, короче, переехал, значит, в понедельник, да? Да. Да, в понедельник переехал, а во вторник... Я откуда знаю, потому что я тоже переехал в понедельник. Да. Вот. Во вторник был дождь, в смысле, в понедельник был дождь, и во вторник был дождь, но в понедельник перетащил вещи из дома, но не взял мебель, в смысле, не взял стол и стул, запер комнату в предыдущем доме, вот, думаю, потом как-нибудь возьму, до сих пор еще мне не завезли это дело, ну да ладно. Возвращаюсь через день. Смотрю, у меня там дверь практически выбита, замок кривой, уже не открывается. Но, видимо, тот, кто пытался вломиться, значит, неудачно прошла попытка. Вот, потому что, как бы, дверь все равно не была открыта. О, это интересно. Че? Да, там на самом уровне звука. Да, так что они уже мои бывшие соседи, распознавшие, что я выехал, сразу же рискнули вломиться в мою комнату. Вдруг ты забыл какой-нибудь ноутбук, вдруг ты лох и забыл там кошелек с деньгами. Да, да, ключ от новой квартиры. Где деньги лежат. Да, и деньги по полу раскины. Но вообще-то, если честно, если бы я не собирал всю мелочь, которая на полу лежала, там они могли бы найти доллара 4, может, 5. Круто. Ну, у меня периодически из кармана выпадает там мелочь, вот, и у меня там такое месиво было, что... Меня, чтобы не выпадало, я по приходу сразу выгребаю и бросаю в отдельный пакет с мелочью. Он у меня постоянно пыжится, но пару месяцев назад, когда у меня вдруг кончились деньги, я вспомнил про этот пакет, и было очень классно. Насобирал кучу денег из него... Да, у меня было такое до этого. Я, по-моему, $47 оттуда вытащил. Мелочью. Круто. Ограбил пигги-банк. Ну, что поделать. Интернет, да. Интернет, конечно, сюда... У меня был очень быстрый беловский интернет. 25 мегабит, значит, вниз, 10 наверх. И даже была опция типа безлимитки за лишние $30. Когда ты работал в магазине? А? Нет. Ой, в прошлом доме. А, там у этого он такой интернет провел? Да. Ну как, я же ему сказал провести мне интернет, который мне очень нужен. Джош молодец. Не, он в принципе, он что сделал этот, он сказал, ты найди интернет, а я потом подключу. Я говорю, хорошо. Он потом приходит, говорит... Ну чё, какой интернет подключаем? Я говорю, всё-таки придётся с Беллом подключаться. Он говорит, ну хорошо, набирает номер телефона Белла, говорит, здравствуйте, я Джордж, а вот мой сын, он вам объяснит, что ему надо. Дает мне телефон и говорит, объясняй, что тебе надо. Сын. Отлично, теперь ты не можешь встречаться с его дочерьми, потому что если ты его сын, это будет инцест. Ну мы же это самое... Не родные. Ну, короче, здесь начал смотреть, значит, интернет. Пипец.
Максимальный интернет, который здесь доступен. Чтобы было понятно, дом такой немножко, скажем так, ну, по российским понятиям слегка на окраине. То есть сюда, это не центр города, не самый лучший район, и поэтому сюда доходят уже такие последние мили остатки интернетов. Но, возможно, из-за этого я не уверен. По DSL здесь доступно максимум 6 мегабит в секунду. 6 мегабит, это жирный канал. Я вот помню, на модеме сидел. Да, мы так в советские времена. Я говорю, то, что этот интернет не дотекает, так. А, где у нас интернет? А, в центре все выкачали. Да-да-да. Не, просто там, короче, по центру они растянули это самое оптоволокно. Они, короче, до этот развязки там оптоволокно идет, а потом этот в дома идет обычный DSL, типа по обычным телефонным линиям. Вот, идет DSL, но там скорости позволяют, конечно, очень хорошие. Там, по-моему, до 50, что ли, мегабит или 60 мегабит. Слушай, а я вот неграмотный. DSL уже, в принципе, расстояние важно, да? Чем дальше провод, тем длиннее. Да, чем дальше... Ну, она, в принципе, и этот, Ethernet страдает тем же самым, что если ты от хаба до хаба делаешь более чем 100 метров, у него начинают потери пакетов и прочего. То есть его надо регулярно ставить умножитель в виде хотя бы там этот какой-нибудь хаб очередной, чтобы он сигнал усиливал при каждом. С этими, кстати, с потерями пакетов прикольно. Что-то этот. Ну смотрел, короче, как это в Беларуси они там запретили эти все защищенные, короче, соединения. И они как с ними борются, они просто там сделали так, что, короче, обязали провайдера, у них там один провайдер, типа какой-то главный, обязали его дропать 1% пакетов. 11%? 1%. А что это дает? Ну, дропнули пакет, тут же по протоколу отослали подтверждение, что пакет не пришел, и его переслали заново. Нет. Вот... По обычным протоколам, да. UDP он это без подтверждения. А TCP/IP, по-моему, он это. А защищен... Слушай, ну если бы из-за дропнутого пакета мы бы не смогли скачивать ничего, то мы бы никогда не смогли смотреть ни YouTube, ни качать фильмы. Не-не-не, что... вот как раз смотри, дроп 1% пакета, он дает возможность полностью пользоваться интернетом. Все ты можешь, но ты не можешь защищенным соединением пользоваться. То есть все. SSL, в смысле, и прочее. Да, да, да. Они же там, типа... По-моему, и этот протокол устойчив к потере пакетам. А вот нифига. Он не требует идеального канала. Правильно же? Вот они... Нет, там это реально работает. Насколько я понимаю. Короче, хитро как-то. Так, это политика. А, точно. Не, подожди, это компьютерные новости. В одной неизвестной стране, в неизвестной Белоруссии. А, да, точно, не российская тогда. А, Беларусь. Не, все равно, реально, пацаны, политика немножко действительно, даже мне уже надоело, не то что послушивателям. Послушивателям. Давайте лучше про сиськи и письки. Это всегда всем интересно. Сиськи приезжают скоро. Ура, завтра! Ну и чё, и дальше, чё тут здесь с интернетом у тебя? А, ну, да. И ещё не порешились, конечно, что с интернетом будет. Но пока что у нас резко возникла, значит, мысля. Лось недалеко, у него безлимитный интернет. Поскольку ты теперь живёшь от лося в трёх квартирах на северо-запад, то есть шанс грабануть его на интернет. Ну и, короче, подумали, значит, взяли этот провод и кинули с балкона на балкон. Да и все. Тут буквально три этажа и там немножко наискосок. И ничего, нормально. В России некоторые провайдеры так начинали свой бизнес. Тот же Дом.ру. Они начали сначала с небольшой сетки в каком-то там в городе. Растянули, потом думают, о, от этого можно реально бабки поднять. Я знаю, в Волгограде есть город-спутник Волжский, и в этом Волжском есть провайдер Starnet. Вот они абсолютно именно так и начали. Они обтянули весь город локалками,
То есть сначала люди между собой множились контентом, а потом подумали и провели им охрененный канал интернета наружу и стали просто уже интернет раздавать пользователям. И это сейчас пацан, у меня знакомый, работает в этом старнете. Там такие эти самые бабки реально поднимаются. Чисто вот чисто в одном городе все провайдер. Так начинали. Не говорю уже там всякие Беллы и прочие монополисты. А вот маленький в Волжском, там, я не знаю, по-моему, то ли 100 тысяч населения, то ли сколько-то, и он гребет лопатой эти деньги. Ну вот, при условии, ну вот, что у них в этом Волжском, помимо Старнета, есть еще 2 или 3 вот таких каких-то нета, которые точно так же опутали сетями дома. Чисто, знаешь, и, именно не то, что там DSL и прочее, а вот именно локальные сети бросили. Ну, то есть к дому точно так же подводят кабель мощный, а дальше уже по дому проводят чисто вот эти вот Ethernet'ом разбрасывают кабеля. Да, это везде такое было. У нас такая же штука была. У нас ФТПшки лежали, там все лазили по ФТПшкам, там, не знаю, там всякие образы, ну, да, там лежали. Игры, и фильмы, и все такое. Поначалу точно так же был. У них был свой пакет для обмена, типа, знаешь, вот этот, как же он называется? Даже тарифы, я помню, были, типа, отдельный тариф, там, без интернета, только доступ к ФТП вот этому. Но он внутрь, там не ФТП, они очень хитрожопо сделали, они поставили... У нас такая тема. Типа этот DC-клиент или что-то такое, что можно между собой обмениваться. На своих серверах ничего не сделали. А потом сделали очень хитро. Если ты отдаешь контент, то у тебя там какие-то бонусы, что тебе интернет обходится дешевле. И, естественно, какой контент самый больше распространяется. Естественно, порн. Поэтому в этих всех матрицах их можно было качать порно просто незабвенно сотнями тысяч. А потом через некоторое время оказалось, что какие-то идиоты раздают детский порн. И когда загребли нескольких клиентов, то сразу народ подумал, однако надо почистить свои файлопомойки. Почистили, уже стало попроще. Вот. А, у них был это, типа, нет, наружу там, ну, скажем, рубль, а внутренний трафик там 10 копеек. Да, вот то же самое. Ну, у нас был, помню, внутренний трафик, у нас был там 6 копеек, что-то там за мегабайт. Типа внешний там рубль, такая тема. Да. Вот. И тоже вот это, блин, вот было, это вот я еще в школе учился, как где-то год, наверное, 7-й. Ну, я 6-й. Я уехал в 2008-м, и вот последних, наверное, год я как раз этим Домру пользовался. Да, блин, 7 лет назад. А сейчас у нас, блин, 60 мегабит интернет, вон, за 10 баксов. 60 мегабит за 10 баксов? Безлимитка. Чего? 10 баксов 60 мегабит. А, ну блин, ну тоже сказал, блин. Внутренний трафик или наружный? Не, наружу. Блин, поехали в Россию. В Россию, а вы... Не, я вам серьезно, вы погуглите какой-нибудь рейтинг, типа там, рейтинг там стран по интернету, там Россия сейчас вообще в топе мировом. Ну вот мы искали интернет, и самое оптимальное нашлось, это за 30 мегабит скачивать и где-то там 5 или 10 наружу. Не-не-не-не-не. 30 вниз, 2 наверх. А, 2 наверх. При этом лимит в 275 гигабайт на скачивание. И это стоит порядка 80 баксов в месяц. Нехило. Вот такой интернет в Канаде. Да, еще этот... Виктор хотел перевести, значит, со свой... И они типа говорят, да, конечно, сейчас переведем, но тут этот тарифы в Винзоре, значит, другие. Значит, будет стоить тебе порядка $80. Ну, там еще этот арендовать модем еще $5 в месяц. Ну, еще плюс там таксы сверху. Ну, и, короче, получается 85 плюс такс. Ну, там такс 13%. Понятно. А у нас, кстати, вообще, у нас модемы бесплатно раздают, Wi-Fi бесплатно ставят. Все короче. Да, но в России там этот, там типа, как его называют, типа конкуренция. Да. Нет, дело не в этом. Это, опять же, по замечаниям, как чем хуже дела в стране, тем дешевле сотовая связь и интернет. Потому что в России ты можешь купить сотовый телефон, даже своей кошке и собаке, и все повесить по сотовому телефону, и тебе это будет обходиться очень дешево. В Канаде за сотовый телефон ты, ну, никак меньше 20 баксов в месяц платить не будешь. Ну, вот, никак, вот просто. Ну, вот смотрите. А вот так по-нормальному, если тебе более-менее телефон нужен, ты будешь платить 40.
Да, вот, вот у меня тариф, да, на телефоне. Я плачу 5 баксов в месяц. 5 баксов. Угу. У меня безлимитный интернет, смс, ммс полностью. Да, а звонки у меня стоят 2 цента все. На все номера. Чем лучше дела в самой стране, социальный уровень, тем у них дороже интернет и прочее. Да, я за последний месяц потратил порядка 40-50 долларов. На телефон. На телефон. И то есть вот, интернет вот у тебя минимум полтинник. У меня, например, уходит там где-то 6 баксов в месяц. Я себе вообще ни в чем не отказываю. Я в нете сижу постоянно, разговариваю, смс-ки, смс-ки вообще постоянно. Вот. Ну да, но это опять же, да, как я уже говорил, Канада, все. Такое дело. Ну ладно. Сейчас будем. Ну, пока что бросили, значит, этот. Бросили кабель, просто своему знакомому позвонил, спросил у него. У него там, короче, это самое, где-то 300 метров рулон этого. Ну, типичный этот изернетовский кабель. Ну да, самое. Кабель мы просто скрутили там где-то метров 40, получается, да? Ну, 135, да, где-то 40 метров. Нет, больше... 33-35 метров, короче, я скрутил там этот кабель, вот, и кинули прямо к Женьке. С балкона на балкон, и веревочкой привязали, чтобы ветром не сносило. Ну, ничего, пока что интернет есть, вроде работает, по крайней мере, вроде бы, ну, ничего. Вроде бы даже каст идет. Да, вроде даже костюм. Радио. Вот. Ну, кто уже по смышлюне догадался из Ваниного изложения, что мы теперь с Ваней организовали семью и живем вместе. Да, мы съехались. Все. Любовь навеки. Любовь навеки. Да здравствует. Слухи не были беспочвены. Да здравствуют гейские пары. Ну, на самом деле, просто поскольку я тут решил поступать в Виндзоровский университет и учиться, я переехал сюда поближе к Женьке и к Ваньке. Ну, а поскольку Вано жил в определенно плохих условиях окружающих в качестве, я имею в виду, населения, вот, мы решили снять апартмент на двоих. Так что круто. Сняли здоровенную квартиру, достаточно дешево. В том же доме, где Женя. То есть мы теперь... Ну, не говоря, она здоровенная, конечно. Но по сравнению с моей конурой, что я снимал за деньги больше, чем мы платим за это. Скоро еще с Женей съедетесь, будете жить большой дружбой. Да, мы вообще на самом деле, это вопрос, когда решали, я ему предлагал, говорю, давай ты еще вместе с нами, и мы на четверых, в смысле, ну, Женя женат неофициально, ну, здесь уже официально по канадским законам. То есть он с женой, мы с вами. Да, звучит отлично. Короче, короче, на четверых можно было бы снять дом, но чуть-чуть подороже, чем мы платим за этот апартмент. Но там бы было, допустим, два этажа, четыре спальни. Гостевая комната и все прочее. Не стоит, потому что, знаешь, людям... Понимаешь, Женя, он клин-фрик, и там, не дай бог, там тарелка осталась на полчаса, он там начнет вякать. Ну, смысл в том, что Женя говорит, что он это... Ну, в принципе, понятно, если он с молодой женой живет вместе, то, как бы, в студенческой общаге ему не очень прикольно будет. Нет. А так бы, конечно, было бы здорово, что если бы мы действительно сняли какой-нибудь такой дом. Надо подумать, кстати, может быть, есть дом, где можно будет, знаешь, чтобы реально отдельные комнаты, вот совершенно отдельные. Но, с другой стороны, смысла нету. Мы пока здесь, интернет общий. Да. Не, просто главное, что там кухня общая, все такое. Я что-то, кстати, подумал такой, как, если продолжать эту тенденцию. О, давайте еще больше народу там... И еще больше дом снимем, еще дешевле. И там в конце все это вращается в общагу или в коммуналку. Да, давайте снимем студенческую общагу все вместе. И такие заехали. Давайте соберемся всеми подслушивателями и подкастерами. Заживем одной коммунной. Да. Смотри, я к тому же такие, знаешь, живете, например, вы в общаге, да, такие, решаете снимать квартиру. Потом такие, ой, а давайте вот
типа, скинемся и снимем побольше квартиру. Ой, давайте еще скинемся и дом снимем. И в итоге все это возвращает назад к общаге. Ну, я не знаю. Не, пока что, ну, как бы на двоих оно нормально, потому что... Отлично, у каждого по комнате здоровый зал, так более-менее терпимый. Блин, здоровый. Я не знаю, может, с вашим Торонто оно и здоровое. Для меня оно так, нормально. Ну, терпимо, acceptable. Вот. Конечно, можно было и побольше снять, но там, короче, со временем не очень получилось. И как бы местонахождение этого места, ну... Так-сяк. В смысле, район нормальный, но просто там далеко до центра, далеко до универа, сравнительно, ну там, добрых полчаса топать, да. Скажем так. И... В этом месте гораздо лучше, потому что универ здесь в 5 минутах, ну не 5, в 10, наверное, минутах ходьбы. Так, нет, 5 минут спокойно можешь дойти. До кампуса, если через весь кампус идти, ну там 7-10. В общем, как только меня акцепнут в универе, я буду ходить учиться. В общем, в принципе, все дальше замечательно. А так, будем подкасты теперь писать с одного места. Я вот каждый Ване... день. Да, я вот Ване идею перед самой подкинул. Раз у нас есть радиовещание, можно вообще запускать радио. Единственная проблема... Радио будет состоять тишина, потом врываемся мы с Ваней... Какую-нибудь идею живо обсудили, на полчаса убежали. Дальше опять тишина в радиоэфире. Не, ну так нельзя, конечно. Да. Вот. Хотя можно, конечно, заполнять музычку какую-нибудь, но тут уже может быть копирайтерская засада, что кто-нибудь пожалуется или каким-нибудь другим образом наедут копирайтеры. Скажут, как, у вас там как, кстати, эхо 4 июля доносится, нет? Нет. В смысле, вчера был небольшой салют, но это как бы локальный, скажем так. Люди сами там запускали, там маленький салют. Но они вообще, если так, официально они же вместе с Днем Канады. Этот, А День Канады когда? А? День Канады когда? Чего Канада? День Канады. День Канады да. Когда? Две недели назад? Недавно был. В Канаде. Ладно, ну вообще, насколько 4 июля в Канаде, на Канаду влияние оказывает, скажем так? Ну, только те, кто живут с границей, те регулярно видят, ну, да, салют с американской стороны. Те, которые работают в Америке, они очень радуются. Потому что у них выходные. Да. Вот Женя и уехал, почему? Потому что у него сегодня на работе выходной. Вот, поэтому он вчера уехал, и у него теперь до следующей недели выходные. Нет. Ну, а поскольку те, кто живет близко к Америке, работают в Америке, достаточно много народу, отсюда с Виндзора тоже ездит каждый день полным-полно, то на них это сказывается праздником и выходными. Те, кто не работают там, те могут наблюдать раз в год салют с той стороны, примерно в то же время, когда и День Канады наступает. А так, ну, я не знаю, что нам... радоваться праздникам к американским. Вот еще. А я праздничный бейсбол посмотрю. Mm-hmm. Так, что-то хочу сказать, 4 июля. Так, ну что? Да, мне, короче, уже пора. Ну вот, присоединился, блин, на 5 минут и уже уходит. А дальше мы как писать будем? Я зато с завтрашнего, дня в отпуск скажу. Я завтра в отпуск ухожу, красота. Нормально, это классно. Отпускай, это хорошо. Да, мне тоже в отпуск. Да. А, блин, я не работаю. Погоди, отпуск. Тебе надо на месяц устроиться работать. Это будет отпуск от твоего безделья. О, это идея. Ушел в отпуск, поработал 2 недели. Вернулся обратно к ничего не деланию. Ну, типа того. Так. Ладно, давай, так, короче, ладно. Сейчас... Всем пока. Да, до давай связи. Мы сделаем перерыв, ты уходишь. Всего хорошего, приятно было услышаться. Аналогично, давайте. Пока, до связи. Счастливо. Пока.
Так, значит, мы возвращаемся обратно. Обратно возвращаемся. Давай немножко двинем в ту сторону, чтобы я был немножко ближе к микрофону. Давай, ты у нас ведущий. Не, ну... Специалист по микрофону. Просто у меня голос немножко тише. Так. Так. Вышли сейчас на балкон. На соседнем балконе стоит темный парень. По-моему, он этот... Африканский, да? Ну, да. Корнями. Да. Такой, вы русские, да? Типа, ну да, русские, по-настоящему русские. Да, по-настоящему. Да, русский, я так и понял. Я сразу услышал, кричит на балконе сверху, который над нами. Ты там осторожнее, под тобой теперь русские. Блин, смешно. Цирк с конями. Ну что, давай комментариями, раз ты уже открыл. Да, ну сейчас... Что у тебя там в Торонто, лучше расскажи. В Торонто бросил я свой апартмент, собрался в один хороший момент и решил, поеду я нафиг в этот ваш Виндзор. Вот. Оказалось, у меня вещей столько много, что меня можно перевезти одной легковушкой. И то я, в принципе, думаю, еще подсортирую, выброшу еще мусора, чтобы у меня было там типа два чемодана. Тогда мне будет путешествовать вообще хорошо. Собрался и уехал. А так, ну вот, теперь я живу не в Торонто, но, по крайней мере, все равно в той же самой области, или как здесь называется, провинция, да? В Онтарио. 4 часа езды от Торонто. С одной стороны, конечно, мне Торонто нравится, и большой город, но я как-то подустал, и поскольку у меня, как оказалось, все мои друзья здесь в Виндзоре, мне там, в Торонто, стало немножко скучно. Вот, и поэтому я оттуда слинял. Хотя я тоже не загадываю дальше. Сейчас, если получится с универом, то я здесь подзадержусь. А не получится, я, может быть, и двину еще куда дальше по Канаде. Так что... Да, получится, блин. Сейчас мы тебя устроим здесь. Так что все будет нормально. Так что дела у меня вот такие. Да, так вот. Комментарии. Ну, комментарии, там была стена текста. Стена текста кританула на 9000. Over 9000. А это все, значит, там про политику было. Холод обсудить. А что обсудить? А, это он... А он этот, он... Написал комментарий, а потом следующим комментарием обсудить. Да, он... Холод говорит, кстати, сейчас вообще нет времени следить за политикой. Кто знает, ты его наше внимание отвлекает антитабачным и о геях. Вопросы в нашей стране крайне... Я думаю, что он здесь опечатался. На самом деле следует читать так. Кто знает, от чего наше внимание отвлекают антитабачным и гейским вопросом? То есть... Блин, это опять политика. Сами же провоцируете. То есть, но... вопрос неоднократно возникал в интернетах, и я, кстати, читал такое мнение, что что-то то ли назревает, то ли уже происходит в нашей любимой России, но, естественно, проще всего проводить какие-то темные дела в мутной воде. А мутная вода какая? Вышел Путин, то он развелся, то он, это самое, знаешь как... Путин запретил гейским парам запускать спутники. Вот. Ну, в смысле, пидорас. Мы не знаем. Мы за политикой не смотрим. У нас главный наш политический обозреватель уже ушел. Так что... Но... Я скажу одно. Да, действительно... Один уехал на выходные, второй только что ушел. Мы больше айтишные специалисты. Если серьезно, то реально это стандартная, значит, этот, как его называют, схема. Если не хотите, чтобы за вами следили, отвлеките. Просто вот отвлекаете как людей. Как фокусники, следите, да? За руками. А в это время он занят. Да? Что, твой главный вопрос, что он делает другой рукой? Ага. Так что, да, это не секрет, это не открытие
мира или еще чего-то в этом духе. Да, оно так и есть, всегда так было. Поздравляю, ты заметил. Вам там виднее, потому что на самом деле, хоть я, конечно, это и общаюсь из России с ребятами через скайп и через мессенджеры и почитываю всякие ресурсы. Я недавно открыл новости, и я понял, что я уже совсем не понимаю, что там происходит в России. Вот, вот правильно, да, реально говорят, когда человек выходит после, допустим, 3-4 лет заключения, он просто социально уже оторван, потому что за 4 года столько происходит в жизни разного, что тебе приходится все это догонять. Я вот сейчас не представляю, сейчас, если меня в Россию обратно отвезти, я буду ходить такой глазами хлопать, а что здесь, а что там. Но... Такая социальная адаптация мне нужна будет первых несколько месяцев, потому что... Да, да, да. Но с другой стороны, некоторые, правда, никогда не меняются. Вот, если там что-то происходит. Я единственное, что хочу сказать. Вам политику прям в рыло не тыкают. Вот. Почему? Потому что, ну, никому в России, походу, не интересно, чтобы вы обсуждали политику. Там, как бы, что происходит в парламенте, что там, вернее, в Думе. Я не думаю, что там что-то может реально происходить, потому что многие вопросы решаются и сверху назначают. Я не думаю, что в России настанет момент, когда люди действительно будут что-то решать. У людей пока люди просто сами по себе не готовы. Им нужен царь, который скажет, что делать, и они будут делать, и его благословить, на руках носить и прочее. Ну. Всем все мы понятно. Про политику не говорим, поэтому мы переходим к айтишному вопросу. Да, тут... Снайпер. Особенности русской разработки. Обсудить. Я прочитал, значит, особенности русской разработки. И на самом деле, да, очень много чего, скажем, правда. Ну ты в двух словах, о чем статья, потому что у нас не все ходят по ссылкам, не все читают комментарии и не все... понимают, о чем мы. Статья, значит... Нахабра-хабра статья. Про то, как идут разработки там проектов русскими командами и в сравнении с, значит, западными командами. В частности, там, американские и западная Европа, значит, вот, которые, ну, очень похожи с некоторой стороны и так далее. Там... Было несколько главных топиков, значит. Во-первых, что наши не вешают тебе там такую фиктивную улыбку, фальшивую улыбку, типа «да, сэр», или что. Нет, наши придут и тебе прям в рожу скажут: «Ты козел, ты вот тут, блин, хреново сделал». Да, там идея, что если приходит менеджер, допустим, в американской корпорации, то разработчики, которые под этим менеджером находятся, они предполагают, что он менеджер, он знает, как делать, и поэтому мы слушаем, что он говорит, и предоставляем работу. Российские разработчики, приходит менеджер, все такие: «А, пришел какой-то лох, пусть сначала докажет, что он реально менеджер и может что-то делать, нужен авторитет. Докажи, что ты не козел, а потом мы тебя послушаем». Чувак пару раз поставил всех на место, показал, что он действительно что-то может, и сказали: «Блин, Петрович шарит», и дальше начинаем его слушать. Знаешь, это в принципе как что японская специфика, допустим, коллектив разработчиков – это семья. Все встали, вместе сделали зарядку, почитание старших. Так, в принципе, у нас свои специфические моменты. Ну да, но у нас все основано на авторитете, так что... Ну правильно, страна, начиная там с какого года, со сталинского времени, у нас половина страны просидела в тюрьмах, половина ждала этих всех, кто вернется. А те, кто сидели в тюрьмах, вот там просто нужен авторитетный чувак, авторитет, который что скажет, то и будем делать, и все. В мозгах по-прежнему. Да даже до того, как все эти тюрьмы были. Там времена дореволюционные. Вот приедет барин нас рассудит. Да, да. Все, нужен вот кто-то, который возьмет на себя ответственность, у кого более остальные яйца, и кто скажет: «Делаем так». Ну, Петрович сказал: «Делаем так». И все, и мы делаем так. Ну, да. Эти моменты, конечно... Не стопроцентные, но очень видны.
что русские разработчики, там команда. Еще один интересный момент, что в американской компании действительно, ты будешь разговаривать со своим соседом, вы там типа, да, коллеги, все такое, вы пойдете вместе там во время ланча, там пойдете вместе покушать. Женя об этом много хорошо рассказывает. Пойдете покурите, а потом, через неделю, ты типа узнаешь, а да, вот буквально за полчаса до этого обеда там, вот, он встречался с этим, с, как там, HR, Human Resources, это, отдел кадров. Начальником отдела кадров. Да, с отделом кадров и козлил на тебя. И при этом он с тобой общается, как будто ни в чем не бывало. И при этом он, самое обидное, что человек уверен, что он делал правильное дело. И на самом деле, если разобраться с точки зрения компании, если он делал так, это на самом деле правильный вопрос. То есть... Если ты в чем-то плох, и приходит другой сотрудник и начинает рассказывать, что ты в чем-то плох, то это повод, по крайней мере, для HR задуматься, что нужен, наверное, более компетентный сотрудник или еще что-то. Это одно, другое дело. Но, конечно, по-человечески отношения, что ты сейчас сидишь, выпиваешь с человеком и за обедом еще что-то, а он буквально полчаса назад закладную для тебя писал. У нас ну, за так, это так, перо в бок. Так вот именно там русская ментальность, это именно то, что если ты с кем-то работаешь, и ты видишь, что он не очень хорошо работает или что-то неправильно делает, ты ему сразу же скажешь. Тогда как в американской культуре как-то больше, да. То есть... В американской культуре тебе никто это не скажет. Никто. Ну, наверное, здесь корни в том, что начиная там с самого основания Америки, у каждого частная собственность. И ты не можешь прийти кому-то домой и доказывать, что он не прав, потому что он стрельнет в тебя через дверь с двухстволки и будет прав, потому что ты труп на его территории. Вот. И как бы поэтому у людей такая свобода мышления и ощущение свободы другого человека, что твоя свобода заканчивается там, где начинаются его права. И поэтому я как бы... Ну, здесь вообще народ наступил... Ты ему на ногу, он тебе извините, отошел в сторону. И как бы нет такого, что ты козел, что ты делаешь, там все эти разборки. Потому что любой козел может достать пистолет и стрелять тебе в ответ. Теоретически. Вот. И поэтому здесь не принято устраивать разборки между собой. Потому что когда ты устраиваешь разборки, может выйти так, что ты оказался виноват. Ты начал разборки, и тебя же уволят, хотя ты был и прав. Поэтому гораздо проще пойти написать докладную тому, кто этим занимается. Пусть человек принимает меры. Ты свою работу сделал, там позвонил в полицию, еще что-то. Да. Я как бы за 5 лет жизни здесь уже, в принципе, склоняюсь к тому, что это, наверное, более правильно. Если я... Зависит. Если сейчас, допустим, мой сосед сверху будет постоянно там колотить музыку в 2 часа ночи, я не пойду бить ему морду, как в России. Я позвоню полиции, скажу, вы знаете... Да, ты позвонишь управдома, позвонишь в полицию, ты позвонишь еще меры, куда-то... Потому что я приду, стукну его, потом отвечаю как за человека. Как бы здесь это очень просто нарваться на неприятности, если ты сам идешь решать вопросы. Поэтому пусть этим занимаются посторонние люди. Еще, конечно, большой вопрос в этой статье поднимается, это языковое отличие в мышлении и в менталитетах, как с этим, с дедлайном. А, да. Это просто шикарно. Если задать российскому разработчику вопрос, ты же знаешь, что в пятницу дедлайн, ну, то есть нужно... Кончается срок на выполнение задания. Ответ. Да, я знаю. Вот. Если американец задает американцу этот вопрос, здесь по их языковому там, этикету и смыслам предполагается, что ты, если ты знаешь, что ты при этом как бы обещаешь, что ты сделаешь эту работу. Да, если ты просто скажешь, что да, я знаю, ты знаешь, что у тебя дедлайн, да, значит, ты сделаешь работу к этому дедлайну. А российский разработчик, да, я знаю, но при этом он может ничего не делать, и когда наступает дедлайн, ну ты же знаешь, что дедлайн, ну да, я знаю. Ну я же тебе не сказал, что я закончу. Мы сфейлили, все, мы. Да, да, зробим, хіба що не спимо, да? Зробить не успели, так что получается, что все. Вот эти вот хитрости тоже учитывать надо.
Ну, а так... Ну да, статья в целом положительные эмоции и так. Прочитать для общего образования стоит, потому что она... Там очень много правды. На достаточно большом проценте правильная. Я даже помню, у нас в армии, когда пришел молодой лейтенант, он фактически начальник, но поначалу, знаешь, так, о, молодой летех, он что-то говорит, там, смехуёчки ему в ответ. Но он оказался на самом деле такой реальный пацан. Он застроил всех, буквально через 2 недели все уже сказал, сделал, все, уже никаких ни смехуёчков, ничего, потому что очень легко, если ты начнешь над ним издеваться, можно остаться на всю ночь убирать мусоросборник, как у меня получилось, и прочее. Уважение он добился, нормально оказался пацан. То есть, а он как, у него отец был где-то там в министерстве, в этом самом... Оборона. Министерство обороны, высокая шишка. Ну и все там типа, а, знаешь, как это, пацан пришел, папенький, у него сынок. Батя такой, ни хрена. Он, во-первых, был отличник этой самой, в как это? Академия. Не академия, он закончил в военное училище или что там, молодой летеха пришел, но он закончил сам, то есть он, ему отец как бы предлагал место там где-то в Подмосковье, в Москве, такое высокое, он сказал, ни хрена, пойду по распределению, оказался в нашем сраном Волгограде, и вот, всех застроил, все, и как бы, я вот буквально поначалу такой, а когда я увольнялся, просто такая уважуха была к нашему новому ротному, вот, молодой пацан, блин, он... Причем он это, он же был где-то мой сверстник. Я же в армию попал из университета где-то года на 3-4 позже, чем следовало мне попасть. То есть он мой ровесник и все прочее. Вот, и молодец, пацан. Его что контрактники зауважали, что это сами солдаты. То есть, как бы, он особой дуристикой не занимался, знаешь, типа там издеваться над всеми. То есть, по делу, надо сделать, сделай. Он сказал сделать, значит, надо сделать. Но он не так, знаешь, как там, мне главное, чтобы ты тут заебался на этом плацу, а ничего нет. Но опять же, получилось, что уважение добился. Да, и все сразу тоже. И все стало сразу зашибись. А здесь, значит, получается, что изначально, как бы, ну, уважение, я не знаю, как уважение, неуважение, но... Если начальник или еще что-то, ты его по умолчанию ты его просто слушаешь. Ты обязан его слушать, ты должен слушать, если только ты не начнешь замечать, что он просто мудак. Когда начинаешь замечать, что он просто мудак, ну там. Ты идешь к HR и закладываешь. Ну да, там может, там, если ты видишь, что он некомпетентен или еще что-то, ты можешь там его подставить или еще что-то. Туда-сюда, там зависит, конечно. Как пойдет, что там случится. Но в целом это не твоя проблема. Если что-то прогорит, ну... потому что он мудак, а ты просто исполнитель, то, скорее всего, полетят... Ну, могут и весь отдел уволить. Бывает и такое, что просто... Редко. Скорее всего, просто ему самому достанется. Смотри. Допустим, в том же Сайленде работали. Вот мне попадались там всякие тимлиды, которые, блин, ну долбоёбы. Он мне говорит это делать. Я говорю, хорошо, ты подпишешься, что ты мне сказал, что это сделать? Подпишусь. Подписывайся. Я сижу там 3 часа, хуйнёй страдаю, абсолютной хуйнёй страдаю. Трачу это время компании. Потом ко мне приходит начальник его, этого тимлида. Говорит, вообще начальник отдела. Да. Типа, а какого хрена ты 3 часа хернёй страдал? Ну вот смотри, вот у меня здесь записано, он подписался, что мне надо это сделать. Иди разбирайся с моим этим супервайзером, да? Окей. Не моя проблема. Мне сказали, я делаю, не ебёт. Ну правильно, зачем нужен сотрудник, который каждый раз спорит, что-то и доказывает своему непосредственному начальнику? Вот так. А в России бы там начали бы, типа, да ты мудак, ты не знаешь, что делать, дай мне нормально сделать, да? Mm-hmm. Правильно? А, да я что, ну, да, в России, что ли? Да, пришел молодой мастер, а работает какой-нибудь слесарь, там, который уже 20 лет работает. Он на него так посмотрит, да ты дурак, блин. Он, кстати, может быть наоборот, что он его будет учить и под крыло возьмет, типа, ты Петровича слушай. Ну ладно, Петрович, а что мне здесь делать? Да блин, ты этому скажи то, этому то. Ну окей, все. И в результате, на самом деле, командует мастер, не мастер в смысле, а просто старый слесарь. Но с другой стороны, в русской команде там как бы командная игра... Здесь
в Америке, допустим, ну, в Северной Америке, скажем так, здесь, когда собираются в группы, это очень тяжело, потому что все привыкли быть сами по себе, типа индивидуумы. Вот мне начальник дал работу, я буду свою часть делать, мне поебать, что происходит у других. Может, моих коллег или еще что-то, может, им там сложно, они там с чем-то не справляются, и еще что-то, из-за этого проект завалится, да? Я вот свою часть сделаю, не ебет. Вот остальное не ебет. А потом заставляют в команду собираться, и типа друг с другом работать, и им очень тяжело. А в русских командах это как бы... Что, нам надо команду? Блин, ну мы и так, в принципе, фигли. Мы же вместе работаем, да? И как бы русской команде скажешь, типа, вам надо работать командой. Они такие глаза вылупят, типа, посмотрят, в смысле? А мы что делаем? Мы что, не команда? Мы типа... Вот так и делаем. Ну, типа... Свободные минуты, ну пойду помогу этому, почему бы нет? Ну да, там, знаешь, помог соседу, пошли вместе там после работы бухать или еще что-то в этом духе, да? Нефиг, блин, своему соседу срать. Вот, а здесь никого не волнует. Я свою работу сделал, не ебешь, что ты там делаешь. Если только именно начальник не сказал, что я должен тебе помогать в определенных моментах или еще что-то где-то там специально, не ебет. Моя работа, твоя работа, это твоя работа. Каждый сам по себе. Каждый сам за себя. Вот. Ну и там есть, конечно, свои нюансы. Но в принципе, да, статья, конечно, в большинстве, я бы сказал, правильная. Там некоторые нюансы есть, но это уже не суть важно. Нам понравилось. Да. Ну вот. Вот и все. Что, больше нечего обсудить? Да, все, только было два обсудить, так что... Опять у нас куча картинок в комментариях. Заходите в комментарии, пишите, что вы думаете. Да. Спорьте с другими. Соблюдайте приличия. На личности не переходите. Если вам не нравится точка зрения, то вы скажите, что вам не нравится точка зрения. И не говорите, что там, ты мудак. Это не спортивно. Не, почему это по-русски? Мы все мудаки. Да, это прямо по-русски. Да, картинки забавные. Ужас, блин. Вот. Ну, вот и все. Новостей мы особо там, ну... Женя уехал, новостей нам не оставил. Да, мы новости особо не собирали. Мы тут переезжали, все такое, другие отмазки. Я имею в виду причины. Причины, да. Уважительные причины. Почему мы не смогли? Вот и все. Значит, постараемся в следующий раз как-нибудь что-нибудь собрать там и. Ну, Женя уже должен вернуться, поэтому. Женя вернется, мы там по-нормальному мы обсудим. Запишем. В Канаде особо ничего не произошло такого страшного. Да что здесь вообще произойдет? Да. Русские политические темы, типа падение ракеты и так далее. У нас неделю назад был День Канады, и буквально сейчас какой? 2013, через 5 лет в 2017 году будет очень крупный юбилей. Канаде будет 150 лет. Это будет вообще, конечно, шикарный праздник. Дай бог мне дожить, дай бог меня отсюда не выкинут. Возможно, я к тому времени буду гражданином Канады. И 150-летие Канады я встречу с радостью и с размахом. Нет. В смысле 150? 150? Ну, 1867. Establishment Day. Так что, в Канаде 140 с чем-то лет. Такая молодая страна. Да, правда? Да, да, действительно. Слушай, да, да, действительно. Но это уже, это мы заглядываем на будущее. Так что это был анонс на 2017 год. Да, это на подкаст 2017 года. У нас тут прям анонс будет супер. Мы дальше будем обустраиваться. Надеюсь, в следующие подкасты мы, значит, будем писать. Это будет, кстати сказать, интересно, как мы будем в следующий подкаст будем писать. Будем у Жени. Да, скорее всего, будем у Жени, будем втроем сидеть за одним. Сядем к Жене, устроим онлайн, если пройдет, да, я не наш знаю, постоянный вот прям ведущий Данил. У него стол такой маленький, а вы все такие большие. Не, у него есть большой стол. Если вот этот кабель протянуть большой USB-шный микрофон на расстоянии, то можно, да, сесть за круглый, не двинет свой компьютер. За круглый стол сесть, вот, который на самом деле квадратный и большой. Mm. Вот. Ну, вообще, да, так что... Виктор теперь здесь, с нами. Мы все недалеко. Друг от друга живем практически в одном здании.
Практически, да. Вот. Так что теперь будем видеться гораздо чаще, и я так понимаю, что Виктор будет теперь каждый раз присутствовать. Ха-ха! Да, теперь хрен отмажешься. Ага. Что у тебя дела лично? Зайду домой, отпиная, да? А, мы, кстати, открыли здесь новый физический закон нультранспортировки. Да. Заходим, значит, в квартиру к Виктору, да? А выходим из моей. Да. Кто каким ключом открывает или закрывает, у нас получается, мы либо приходим ко мне, а уходим от Вани, либо приходим к Ване, уходим от меня. Так что, так вот, на таких расстояниях работает. Да, можно просто. Значит, чудеса. Может, что-нибудь из геймерской? Ну, из геймерской не особо. Ну, ладно. А я не особо опять играл там, ну чё. Все будут. Ну, у тебя там какая-то игра была. А, ну я этот Alien Shooter второй проходил. Там прикалывался, издевался. Спойлер. Дальше, если вам не интересны игры, можете закончить прослушивание прямо сейчас. Чё там рассказать? Ну, очень интересная стрелялка. Немножко короткая, потому что там, по сути дела, ну, уровней очень мало, скажем так. И можно буквально всю игру пройти за 2 часа. Не торопясь. Ну, либо как ты за час. Не, я этот челлендж, типа survival челлендж делал за час. Ну да, игра коротенькая, но ужасно интересная. Ужасно интересная. Там сплошной пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах. И всякие, выбираешь, какое оружие апгрейдить, выбираешь там, какие статы апгрейдить. Там немножко RPG, скажем так, добавили туда. Но в основном такой просто пах-пах-пах-пах-пах и ужасно весело. Просто бесконечно вот это месилово там. Кровяка, столько трупов это, да, вообще. Да, там сплошные, блин, просто стоишь и косишь. Массакры. Да. Косишь, блин, этих инопланетян. Ну, естественно, там не людей. К сожалению. Не, ну если как вы относитесь к аборту, да? Да. У меня противоречивые чувства. Я и за, и против. С одной стороны, это убийство детей. Это хорошо. С другой стороны, это свобода воли у женщин. Это плохо. Свобода выбора. Свобода выбора женщины. Это плохо. Так что я не могу решить, хорошо или это плохо. Ну да, веселая игрушка. Кстати сказать, вы, наверное, не успеете на распродажку. Я для себя открыл такой веб-сайтик, называется GOG, Good Old Games, .com. Давнишний сайт, кстати. Да, и, ну, я там, в принципе, я как-то давным-давно тут заходил, но сейчас я просто стал, мне стало просто интересно. Всякие игрушки там старинные. Отчасти из-за того, что у меня лаптоп сильно много чего не тянет. Ну, а отчасти того, что мало что вот такого как бы интересного выходит. Ну, я кинулся смотреть там ретро-игры и так далее. Сейчас многие игры. Ты едешь по рельсам, кругом красивая графика, и ты можешь практически ничего не делать, тебе просто показывают кино. Да. Раньше были игры зачастую такие задротские, и столько надо было изобретательности, да, и ума. О, я игру одну, я закачал, значит, поставил от них, и, типа, смотрю, типа, там что-то самое, что-то наподобие Homeworld. Я сделал туториал, типа, ладно, все понял, начинаю первую миссию, провалил. Причем не на самой сложной, на нормальной сложности. Думаю, что-то я не так сделал. Ладно, там formation типа изменил, там типа теперь более дефенсив, замечательно, не так много истребителей потерял. Провалил. Провалил. Провалил, 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 провалил. Сижу такой, блин, что за фигня? Блин, игра такая, блин, ужас. Там столько контроля надо. Надо уводить эти, истребители, которые немножко ранены, там еще чего-то настраивать. Туда-сюда, там, блин, этот, у тебя эскадрон истребителей, а на тебя нападает какой-то этот, керриер, блин. И сидишь и смотришь, блин, хорошо, ладно, отбил этого керриера, но потом еще прилетели. А у тебя все истребителей нету, блин, сижу такой, блин, что за фигня?
И вот, блин, перезагружаешься, пробуешь. Я в итоге немного кинул, потому что, ну, просто времени нету, столько задрафиться надо делать. Вот. Ну, да. Блин, игра такая, пипец. В общем, надо такую работу, где ты будешь целыми днями играться. Ну, есть такая работа. Называется ютубер. Да. Вот. Но на самом деле, самая интересная вещь насчет этого сайта, то, что там никакого DRM нету. То бишь, закачал игру и нормально. И вы где-то иногда за 2-3 доллара можете купить хорошую, добрую игрушку, старую. Да. Хотя, там... конечно, вы все это можете и с Pirate Bay качнуть и еще откуда. Ну, но с другой стороны, как бы, понимаешь... Стороны, вы можете поддержать разработчиков. Либо с Pirate Bay, там зависит, сколько там это сидоров будет, все такое. Вот, а там с официального сайта можно скачать, ну, как бы, с ихнего сайта, скажем так, можно скачать, во-первых. Во-вторых, там очень классно то, что они все игры обрабатывают, что они будут работать на Windows 7, на Windows 8. Да, кстати, старые же игры еще... Хоть даже чуть ли не DOS-овские игры. И вот я помню, давным-давно играл в этот System Shock 2. Uh-huh. Вот. И потом после того, как XP получил, по-моему, этот Service Pack 3, она перестала работать. Вот, эта игра. Ну да. Вот, и значит, и там еще был Dungeon Keeper 2, тоже игра хорошая была. Вот такие игры. И там их можно буквально там по доллару, по два, там, ну там доллар мало какие игры там по доллару продаются. Ну там 2 доллара, 3 доллара. Вот, некоторые там офигенные игры, там 5 долларов. Сейчас идет распродажка вообще 85%. Ну, если ты человек занятой, и у тебя там есть пару часов на хобби в день от силы, то, ну что такое, раз в неделю за 5 баксов купить игрушку, которую вы еще неделю подрочите, совершенно не та цена, о которой стоит беспокоиться. Да, так, да, что? Да, причем все так настроено. Это вам не Xbox с 80 баксами за игру. Да, все так настроено замечательно и так далее. Сейчас допустим, Deus Ex... обожаю. Не Deus Ex, а этот Witcher. А второй, значит, там продается, по-моему, за 10 долларов. Оригинальная цена там что-то 40 или 60 долларов этой игры была. Mm-hmm. Оригинально. А здесь без DRM, без всего, значит, продается, блин... В общем, вы можете сделать коллекцию, чтобы показать потом своим внукам, во что вы игрались. Да, если да. Если вы, конечно, найдете эмулятор старого PC. Через 20 лет. Ну, это само собой. Ну, всякие там... Что на телефоне можно будет запускать, я думаю. Если не на тостере кухонном. Ну, дедушка, говорит, что ты играл? Да вот, запусти холодильник, посмотри. Да, сейчас на холодильник и натыкаю, да? Как раз процессор поддерживает. Придется, правда, замедлить, а то не запустится. Угу. Прикольно. Вообще, классненький сайт... Я там мало чего скачал на самом деле с него, но видел многие игры, в которые я раньше играл, и что самое хорошее, то что вот именно они просто делают вот это, они убирают DRM, и они этот... Слушай, ну а как они это официально все обосновывают? Есть же у них, да? Они как связываются с разработчиками, да. С владельцами, говорят, давайте мы сейчас сделаем вашу игру нормально и еще хотя бы по 2 рубля будем продавать. Да. В принципе, да, я уже сталкивался с этим сайтом, у меня один знакомый, он тоже регулярно там что-нибудь подкупает. А, да фиг ли, ты с покупательской точки зрения, ты покупаешь игру из магазина. Ну да. Если этот магазин как-то что-то там не договорился по лицензионным правам, это не твоя проблема. Угу. Знаешь, это магазин продает, все. Это не твоя проблема, что там было, не было там и так далее. Вот, так что вот так. Сейчас будет, возможно, немножко больше времени, может, еще там что-нибудь поиграю или еще что-то открою для себя. Но пока что так. Вот, сейчас мы будем обосновываться и, возможно, дальше будет интереснее. А пока что от меня на сегодня все. Все, сдох, я кончил. Ну, у меня я
внезапно себе обнаружил, что я, мне надоели все мои старые игры, в которые я игрался, и я просто уже сил нету, и обнаружил, оказывается, по наводке моего старого товарища, что игра с двухлетним стажем называется Rift, если кто в курсе, ну, наверняка у нас есть люди, которые MMORPG подыгрывают. Он буквально с несколько недель назад, может быть месяц, что в принципе несколько недель есть, перешел на полный бесплатный прокат. То есть вы можете совершенно бесплатно создать аккаунт и играться в эту игру, и получить максимальный уровень. Все это бесплатно. Ограничения очень смешные. Пока вы бесплатники, вы не можете пользоваться аукционом на продажу. То есть придется вам в трейде потихоньку рекламировать свои услуги. И вы не можете на серваке сделать больше, чем двух персонажей. Но этого и не требуется, потому что, по сути, у Рифта очень хитрая методика. Они классы пообъединяли. Если, допустим, в том же Варкрафте у вас было... Вам нужен Хантер, вам нужен Рога, вам нужен Друид, вам нужен еще какой-то класс, то здесь вы можете играть одним классом. У него есть набор талантов, и вы можете активировать... В этом наборе три, скажем так, дерева. А эти деревья могут быть... В одном случае вы можете быть хиллером, в одном случае танком и прочее. То есть представьте, что если вы играли в Warcraft, объединить Рогу, Хантера, кто там еще у нас с кожей был, Друида и прочего. Mm-hmm. И при желании ты можешь выбрать: о, я хочу включить таланты, чтобы играть Друидом. Играешь Друидом. Потом... О, я хочу играть сегодня Рогой. Играешь Рогой. И поэтому, в принципе, вы можете на одном сервере завести два класса, на другом сервере завести еще два класса. Собственно, это вся игра, потому что в игре 4 класса, но зато охрененное количество всех этих билдов и спеков и прочего. И, в общем, на самом деле, конечно, игра для тех, кто любит Warcraft, но он им уже надоел. То есть они даже, по-моему, себя позиционировали в самом начале, что это Warcraft для тех, кому надоел Warcraft. Сейчас, конечно, они очень много чего нового сами поизобретали, и очень многие вещи мне нравятся гораздо больше, чем в других играх. Ну, а в целом, если хотите, можете попробовать, там, регистрация бесплатная, и можете, причем, играть очень хитро. Вы запустите этот самый патчер, обновлялку, и как только он начнет обновлять и докачать до зеленой зоны, а это будет где-то пол гигабайта, вы можете остановить закачку и играть, потому что вам не нужны все эти зоны хай-левельные, а первых зон вам хватит посмотреть, определиться, что к чему, и поэтому пол гигабайта будет совершенно достаточно на закачке. Так что вот так. Новости игры. Mm-hmm. Старости. У нас раздел старости игры, потому что что ты играешь в древнее старье, что я двухгодичную игрушку нашел. Ну, но она же недавно вышла, как бы, в этот... Free-to-play недавно. Да, free-to-play, так что... Причем они очень хитро сделали, у них этот магазин, который Rift Store. Ты там можешь покупать в основном такие косметические вещи. У них, вот, допустим, если ты играешь в PvP, у них... Практически нет никакого бонуса для тех, кто платный игрок. Единственное, им есть доступ к двум или трем дополнительным классам, ну, не классам, а этим спекам, которые для бесплатников недоступны. Но при желании, я когда сталкивался с ними, если у тебя руки прямые, и ты более-менее желаешь надрать кому-то жопу, и более-менее приоделся, там приодеться надо... Вот. Пишите, если интересно, я расскажу, как там приодеться поначалу, как там квеститься и прочие фишки. Вот. А так, на этом моменте, я думаю, на сегодня все. Да. Ну, сегодня подкаст, конечно, оказался... Коротковат. Ну, а что, у нас на одного ведущего меньше, поэтому... Да, ну, у нас мало того, что на одного ведущего меньше, у нас еще... Немножко обстановка не совсем подготовленная. Я вообще не знал, или у нас будет. У меня все вещи до сих пор еще по чемоданам, собственно. Подкасты вообще и интернет, и тут еще прям перед подкастом решил этот, значит, кастинг, значит, настроить. Ну, настроил, ничего, вроде работать, я не знаю, ли там записывать, не записывать, потому что у меня доступа в админовское, по-моему, нету. Ну да. Вот, ну, узнаем. Нам вроде шпионские сведения поступали, что вроде каст работал. И, возможно, даже ищите, как всегда, там
в нужных местах пиратскую версию нашего подкаста. Мы поддерживаем пиратство. Вы всегда можете нам пожертвовать лишний рубль. Вы знаете где. Да-да-да. Вот, так что на сегодня подкастик, значит, заканчивается. Приятно было нас услышать. С вами пообщаться. Конкурс все еще продолжается. Ребята, найдите самое интересное. Если хотите поучаствовать, найдите интересное. Формат примерно такой, что какой подкаст, с какой минуты и секунды до какой минуты и секунды вам понравилось. Вот. И мы потом, значит, соберем это все вместе, прослушаем. И... Слушай, ну если человеку нравится какой-то фрагмент, как мы выясним, кто из них победил? А, ну там же блипы были интересные, понимаешь? Во всяких потому разных что, подкастах. Кому-то были... что-то интересно вот это, кому-то кто-то считает, что вот это был лучший момент в подкасте. Как мы решим, кому? А мы судьи. Случайно? Шатап, мы судьи. А, все равно выиграю я, не волнуйтесь, выиграю я. Вот, так что присылайте интересные моменты, и мы здесь, значит, сам рассудим, кто был прав, а кто виноват. Вот. А, что еще? Донейшены, обязательно донейшены, да, присылайте, мне тут на пиво не хватает, так что... А, я имею в виду, нам нужно... Новый микрофон. Новый микрофон. Нет, микрофон нам новый не нужен, но нам надо апгрейдить эквипмент. Вот, Кстати, подумайте, еще вопрос. У нас есть немножко свободного времени. Возможно, действительно, идея с радио не так уж плоха, но только надо ее правильно оформить. Если вы вдруг что-нибудь придумаете, возможно, мы можем реально там на полчаса в день выползать, пару мыслей обсуждать в эфире и уходить. Причем, если хотите, пишите и пиратьте, а как бы мы просто что-нибудь расскажем. Кому мы все равно тут все обсуждаем постоянно и... Поэтому, как бы, возможно, кому-то поток словесных, я имею в виду мыслей, будет интересно. А кому интересно, присылайте. Так, мы сейчас живем вместе, у меня стоит этот, весь софт. У меня есть отдельный микрофон, в смысле, я у Женьки забрал этот старый микрофон. Если вы мне накидаете много донейшенов, я в его спальне поставлю вскрытую веб-камеру. Сейчас. Не, ну хотя, если мне будет это, процент отстегивается. Я с тобой поделюсь. Я, в принципе, не против выступать. Впервые на арене исполнение супружеского долга. Да-да-да. Тут Лизочка должна прийти, так что... Да, вы, если успеете до пятницы вечера, первое пробное выступление. Так что так. Ну ладно. Всем всего хорошего, приятно нас было услышать еще раз. Услышимся на следующей неделе, надеюсь. Да. Если апокалипсис не случится. Да. Да куда он случится? Мы же в Канаде. А, да, да, точно. Он весь пройдет там в Америке, убьет всех американцев. Да. Как все ураганы здесь меня. Заднее слово. Опа, диван. Да, инопланетяшки. Инопланетяшки, здесь рядом с универом столько ходит. А, я имею в виду китаяночки и все такое. Да, на студенток тут ходит. Я ж тебе говорил, здесь замечательно. Да. А ты мне тут. Ладно, услышимся на следующей неделе. Та-та! Ну теперь давай, Света. Останавливай, запись! Я всех слышу. Сейчас за коленку схвачу. А вы как там вместе-то оказались? Проезжаю я тут, значит, мимо Торонто. А, да? Зато мы сразу выясняем мнение 100% аудитории. Я так вообще ненадолго. А что, давайте для прикола сделаем там 15-минутный выпуск. Нет, дайте реально сейчас запишем минут 10. Вообще кор будет. Я поставлю комменты. Не-не-не. Сейчас по многочисленным просьбам слушателей мы вырезали политику, осталось 10 минут. Полная версия подкаста 5 часов. Окей. После шоу. До свидания.
Слушай, а можно еще круче, можно сделать там типа, не знаю, там, добрый день, нам запретили там говорить на такие-то темы, до свидания, и все.